ДПС хуёвый. Ну да. Полная хуйня. Как у ДК столько ДПС? У тебя танк лучше, что ли, одет ДКшник? А у тебя ретрик как одет? Ну, так себе тоже. Ну, 228, там, карта. И не помню, по-моему, что-то накрыть какая-то 200-я. Ну ты сколько даешь? 3К даешь? Да, не, побольше. Блять. Просто это залупа, а не ДПС. Ну, блять, у мага что за хуйня с ДПС? Ну давай, 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 ДК в танка, я в ретрика попробуем, посмотрим, сколько дам. Ну, на магике что-то 7К было, по-моему. Ну а у мага что случилось? Не понял про лужу. Я с объясню про лужу. Просто, блядь, когда я даю на первых местах, это означает остальные нубы какие-то. Ну, типа, маг не должен быть на 7-м месте вообще никак. Ну, как он там одет? Маг, где ты там? Смотри. 39. Вот здесь лужа, да? Допустим. Вот это вот. Синяя лужа. Если на тебя метка первая... Ты встаешь рядом, слева, либо справа на лужу, на тебя дают боб. Баф, длань защиты. Как только у тебя остается 3 секунды до конца этого бафа, ты заходишь на лужу. Разбиваешь ее. До этого не надо заходить. Так, сейчас спикнусь. Ну, у него танк заебись одет. Сейчас посмотрим спех. У меня тоже танк мейн. Так, ставлю селедку. Я думаю, ты 3К не дашь. Если хотя бы шестеру дашь, он как лок. И маг, если бы шестеру давал, у нас будет проходной ДПС сразу. Ты что-то я смотрю. У меня тут очень сборная солянка по шмоту, так как я ДД вообще не играю. Ну, собственно, что я когда с вами ходил в Нордах во льду, то, что людям не надо было, собственно, в этой одетой. Я, блядь, себе ретрика сделал, нахуй. Молот забрал, 2 куска, 4, и заебись дамажу. И также танк заебись, и хэппал заебись. Чего, если одетый? Там у меня вот танк мейн и лук еще одетый. Если Костя вернулся, я могу съебаться просто. От меня тут толку мало будет. Так, 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 сейчас, секунду. Но он в сеть зашел. Угу. А, ну уже 6 часов, он говорил, что к 6. Это кто съебаться хочет? Рога. Ну, танчу я хуёво, как видишь. Ну, я могу еще одного мага взять. Он побольше руки даст. Я хочу, чтобы этот маг 6К давал, блядь. Хотя бы. Ладно, давай еще тро делаем. Так, я третью ауру взял. О, Миртальда, все ок. Так, хотя бы алкаш, надо эту фласку надо выпить. Все, делаем то же самое. Только служим не слакаем. Чек на готовность на пул. На пул в ДК. Сейчас метку поставлю. Ченьку. Одной ДПС желательно 8К иметь. Ну, чтобы без сильных заморочек. Ну, 8К это уже 50-50. Ну, все, все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Это место станет вашей могилой. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание. По копателю. Я пока не могу прочитать это заклинание.
Здорово, гриппы. Кого один? По копателю играем. Снимите с меня, пожалуйста. Да сука. Басота молодец. Понял. Не, хуйня. Вообще хуйня. Да, зову по ДПС. Чисто ДПСеры уже нормальные. Сейчас, Лёх, давай. Давай тогда просто с ферки ролём, и я съебусь спокойно, чтоб хоть что-то. Окей. Так, по тебе две сферы падало, да, по-моему? Да. Да. Я прикольно. Падаю. Лежишь мертвым, а фрагменты души редарские падают. Танка так, этот, уводить босса, это залупа. Ты, ну, грубо говоря, ты не увел его, а просто служи вывел. Есть таймер ДБМа, у вас у всех ДБМ стоит. Взрывается он на 8 секунд, минутах и 10 секундах, блядь. Это значит, что в 8.25 тебе уже надо начать его съебываться с лужи вместе с боссом. Минимум за 15 секунд, а не так вот. Ну, сейчас там вообще, когда вторая пачка мобов выходит, когда первый из второй пачки доходит до льда, уже надо его выводить, чтобы успеть его довести до входа. Да, но при этом один танк у Наруба практически больше половины. Так, ладно, сейчас все подойдут, я две сферы на рул кину. Да, сейчас решим с этим, с мобом. Попроще уже два танка пойти, да и все. Нахуй, ДПС не хватит. ДПС залупа. Не, я сейчас мага доберу, который с нами был. А что, разве фаер не больше аркана дает? Так, первая сфера, рульте. Ебать. И что, у тебя фаера нету, что ли? Так обмен. Когда очень хочешь сферу. Просто это ДПС залупа какая-то. Ну, для этого рейда. Ну, у него Т4 нет. Раз сфера. Да ебать. Хоть вот обмен. Хоть что-то надо, блядь, ну. Ну и все, я полетел тогда на остров. Да, давай сейчас костюм возьму назад. Давайте, удачи. А, пните костю кто-нибудь, он АФКшит. Ты ему позвонишь или я? Звоню. Звоню или звонишь? Позвоню, говорю. Надо было ответить «да». Я думал. Ну да, кстати, я проебался. А потом, когда спросят, ты позвонишь или нет, ответит «да, да». Так, Лёх, ты улетел? Да, можешь кикать уже спокойно. Он не отвечает. Отшёл. У тебя тут что, сборная солянка получается, ты пугов собрал? Или кто-то знакомый угу. есть? Ну, знакомые. Да, аж три человека. Почти все.
В смысле, почти все. Ну, кроме ДК, мага. Все. 5 человек. Если сейчас маг придет, то 6. Да придет, куда он денется. Надо тебе в статик нахуй записаться как-то, блядь. То я, блядь, перцов поустраиваю сейчас к ВКшникам, к этим статикам, блядь. Надо заходит. Перцов апать. Ну, у меня еще лук сидит без ВК пока. 240-й. Только надо как-то до это законтачиться где-то в дисе или... Ну, вот в этом дисе мы все здесь постоянно сидим. Мы просто вся компашка из СК-3 сюда пришли. Так, я тут. Кто-то раньше, кто-то позже. Ну, давай, принимай путь. Просто у меня, видишь, график по игре плотный. То там рейд, то там, блядь, 4 перса хуяри, блядь. Как-то подстраиваться. Ну, еще работа сутки трое. Вот так рейды охота гонять. Еще ЖПшник бичевский, сука, шею надо делать ебаную с острова. У меня так, рыбу поставил, ешьте. Я носовую сделал половину баджика, блядь, пукан сгорел, блядь. Там, знаешь, эта хуйня, расу эту ебаную запустили и стали на полуострове делать репу ебаную. Угу, угу. Я просто, у меня очко сгорает, я от бидов хочу разъебать, прям, ну пиздец, я прям не могу с этой хуйни. Это какое должно быть IQ, чтоб, сука, фарм сделать на... На хуйне, где люди, сука, шею фармят, блядь. Меня из-за этого с экзал туда вкикнули. За что, за что? За этого ебаного куста. Ну потому что, блядь, я там на локе делал ту же шею. Да, у нас, короче, ДМС с экзал туда. Он там ебучий этот квестовый делал. И стилил у меня мобов, нахуй. Мне это заебало, я его слил. Потом мне выяснили, что лок это мой твин. Сильваныча, кикнули нахуй меня из гильдии. Пидоры, блядь, что те, нахуй. Да просто ЧСВшные, это я прям вообще поржал с них. Это пиздец, нахуй. Так, ладно, все, чек на баф, готовность. Надо с какой-то ПВП-гильдой закарифаниться, чтобы защита была. Мистер баф, дай. Ща, да я за пиздец. Все, поджог босс, танк на позицию. Да, один МК на СВУ, другой на Слотерет. Я вернулся, что вы там? Давайте 22 секунд на пол, я уже напулил, блядь. Все, дай отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Лупа не падает, да. Мену бобим. Так что это, без плода пока. На пол дайте, ДК, в чем проблема? Я уже сдал. По-моему. Первого гриппа. Попробуем. О, босс. Сейчас первый подойдет, я его загрю. Уводи босса. Все, забрал. Уводи босса. Демонлок, стой, здесь, сюда, подойди ко мне, к Сильванычу. Ко входу ушли. За 3 секунды, блядь. Прохильте, пожалуйста. Беги, малыш,
Пока ему буб давал, блядь, подсветить. Сначала тучка. Сначала тучка будет. А, блядь. Он забагнулся. Моба убьем? Моб будет, не? Да, да. Будет, будет. К стене убежали. Он сейчас это сейчас собьется максимально. Секунда, вылази. Все есть. Мобов мелких под босс. По мобу. Зароется. Ударился. Ну хули, рот ебал. Вот я еще хочу сказать. По мобу. Мобу. Вади босса. Я забрал моба. Рой. Блять, бал нахуй, ну блять, ребята, вы вообще не шарите. Как и обещал, господин. Ой, еще две сферы упало, охуенно. В стене все ушли. Беги, малышка, беги! Моба, копателя. Быстрее залили копателя. Ай. Ложимся. Да я ебал. Нет, меня толку в ДД вообще никакого нет. Ну да. Да, мне говорю, блядь, такая сборная слям. Что ты так же. Ну, блядь. Ты, ну, я танк, ты я ни бы, нахуй на холодине не буду дышать. Ты хотя бы заводишь жука, блядь, на лужу, чтобы он не закапывался на краю лужи. С магом пободрее, с этим, с ДПС. Он с нами сначала шел, потому что... Надо было отойти. Блять, вот как охота, чтобы у людей был спек один, второй хороший. А не так, что один заебись, а второй хуёвый. Что поделать? Спек сделать. Улучшать. Ну... ну, прекрасно. За секунду сделать спек. Тут некоторые вообще неделю играют. А, ну да. Полутать 4-4 на 2 спека вообще. Это мейн спек, ну, не может. У меня быть. Есть на ретрика штаны лежат, не открытые. Мне нужен топ второй кусок. Ну вот. Да. Триньку я куплю, у меня баджи с Лугорода есть. Это заебись, тринька, заебись. Ну, надо только в тройку сук полтать. Молот еще, нару надо. Ну, да. Хотя вот это пуха заебись тоже. Ну, лезвие лотара здесь падает. А, ну, здесь оно по-другому называется. Не замечаешь на закупке, сколько у него хп? Чуть-чуть не смотрел, блядь. Не смотрел. Если процентов 75 делаем, то все нормально. Так, у нас минус сова. Да хуёво.
А Буди с вами ходил, кстати, или нет? Да, я уже даю ему пойти. Шкафу. Так, ну я назад танка. Не знаю, толку от этого пруда. Это что, пауэретрик? Ну да, ну... Крутой. Не знаю, сейчас посмотрим. Да не особо. 24 нету. Хуёво. Ну, он тоже с нами был. Зато три бопа, блядь. Ну да. Час 15 еще. На шмате. Спидран рейда. В двух танках я хз, есть смысл или нету. Ну, спексив АДК. Там главное, когда ты уводишь босса, чтобы дали стан в погружение. Гнев небес, паладина. Можно еще проклятие косноязычие кидать на моба, чтобы теневой дольше кастовал. Первый боб улипал, второй боб Редрик, третий я. Что, мы в два танка идем? В одного. Там просто не спекнулся все еще этот ДК. ДК, твоя задача. Когда вторые мобы подойдут, там учишь на себя, а я в это время уже отвожу босса. По местам. Пять, четыре, три, два, один. Это место станет вашей могилой. Надо подождать. По мобу. Роу гриппы. Роу. ДК первого моба на себя забирай. Не достаю, слишком далеко. Я пока не могу прочитать это заклинание. Еще 79%. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Липни второго моба на лед. Стан. Че стан? Ёбаный рот, нахуй. Ну, стан, паладина же есть. Дрочите, как обычно. На мне себе дам бог. ДК, забери моба.
Налет его. Ну, грипни его на лед. Дека, ты когда моба забираешь, фростойку врубай, пожалуйста. Не замедляй его, блядь. Ты же его хуй доведешь. На боб подними. Опять зарос. Беги, малышка, беги! Вы прикалываетесь или что? Дека, в чем проблема? Да нет, тут две уже было. Как он вообще у тебя со льда ушел? Ты его так хуй доведешь тогда. Быстро по мобу заехали, сейчас еще один выкопается. Живу. Живу, класс. По мобам. Да лучше лечь, блять. Нормально. Его не обязательно заводить на лужу. Ему надо дать в стан, в каст погружения. Со станами три паладина. Притяжка у ДК есть, блять. Стопья. Бэров нет. Короче, блядь. Это последнее мое ИВК, нахуй. Я потом сделаю рейд, нахуй, на магазин, блять, и дождусь Каругер в пизду. Просто реально в пизду это ИВК, нахуй. Я заебался, блять. Я Каругер быстрее, блять, закрою, чем эту хуету. Согласен. Падаем? Ни на локи, ни на танки, нахуй. Я сюда не пойду больше. Блять, охуенно. Да ладно, вы соберитесь, блядь. Просто уебаны на админах, блядь, не могут, нахуй, отбалансить, блядь, инст никак. Лучше бы они отбалансили, сука, эту ебаны их эридаров, сука. Я бы их удалил, нахуй, с планеты, блядь. Уебки. Чем мы тебя уже насолили? Да сука, чем, я... Чем? В ПВП, блядь, сапрота столько, ну, что... Да, в ПВП ШПшники тут... такие смотрят, ну да, пошел я нахуй. Да мне похуй на сапрот, мне похуй на них вообще, ПВП, вот это все. Просто я делаю квест на шею, нахуй, на сову, прилетаю, а, там ну да. 20 пидоров летают. А там 20 пидоров летают, блядь, на этих мобов. Ну, а я им пишу, блядь, ребята, есть пати? Говорю, 4 банных моба, говорю, никто нахуй не отвечает. Как уёбки просто летают. Я хоть и делаю редары, но я туда не летаю. Такие пидоры отвечают. Только один квест был, я все на аукционе сидел. Лучше да, блядь. Так а чё, сука, нельзя было сделать в другой локации квест, нахуй, фармить говно какое-нибудь, блядь? Ну, сделали. Где-нибудь в Дуратаре, нахуй. На кабанах, нахуй. На полуострове есть жители. Три штуки есть. Просто очко сгорело, блядь. Я его на минуту не могу уже. Давай. Со мной еще, блядь, в волейбол поиграли сегодня, нахуй, 3ДКшника на Кельдонасе, нахуй. О-о-о. Я просто бегу такой, блядь, эти первые квесты делать, эту кровянику эту собирать, нахуй. Просто один притяжку, второй, третий, нахуй, и такие, о, Мишка кончился, блядь, 3 дауна, блядь. Это знаешь, как этот гринскрин дивана, а сзади 3 черных ДК. Ну да, блядь, уёбки, сука. Ездят как гомики реально. Один в мотоцикле, второй ДК, блядь, в люльке, блядь. Ну, признайся, тебе понравилось. Да ну нахуй, блядь. Да просто, блядь, пиздец, угораю с таких типов, блядь. Я хочу, чтобы их на аренах, на БГ, чтобы их фокусили, чтобы они сдыхали, нахуй, быстрее, чем они рот. Они туда почти не ходят, потому что их там убивают. Да. Сука, значит, мечта моя сбылась. Можешь рофл? Джив стоит, кому надо чинить. Мы когда в 4 чела вообще голенькие там 215-210 бегали, до нас доебались 3 типа такие true ПВПшника, Макс перезашел на Сильваныча, их слили 2 раза, так эти уебаны просто позвали 12 своих друзей Оушена, скажем так, блядь, и под Герой просто 3 пугов и танка разъебали, такие типа. И потом бегали еще где-то 1.5 часа около базарды кемпили. Охуенно просто. Просто представь, насколько. Да уебки просто, школьники какие-то, блядь. Для полноты картины это будем наш сагильдейц. Ебать, пиздец, вообще дичь. Его сагильдейцы, да. Мне они даже не отвечали, если что. Тут. Отлично, ешь селедку. Демджир стоит, если надо, чинись. Чинись, ешь селедку, погнали. Типа, прикинь, такой приходишь на чампа, а ты в десятку просто рейд 25 тел собираешь. Потому что стукают.
Давайте разъебем эту хуйню, у нас проходное все есть, блядь, давайте, нахуй. По местам? Пять, четыре, три, два, один. Это место станет вашей тьмой. ГМСТу залипал шелучок. А вы там уже разбили? Хуёво. А кто бьет? У нас же хант есть, который разбивает. Алоу. Yes. Сама упала, видимо. По мобу сыграли? Стаунтите кто-нибудь его? Чтобы он на лёд зашел. Первый грипп. Вам хуёво играет. Стан сейчас заберу. А босса уводить? Дека, забери. Да я, блядь, с этими мобами. А ебу, блядь. Моба. Ой, хорошо. Да, повезло. Дамбоб. Дашь? Моба убьем. Все к стене. Не разбейте лишнюю лужу, пожалуйста. На мне. Как раз две. Мир, дашь боб мне? Да, да. Давай. Стакайте. 5 секунд. 3, 2, 1. Вылази. Рабов под босс. По копателю. Оба заберите там. Сейчас. Второго грипп. Второго грипп. Стан. Сейчас заберу. Копателя. ДК забираем оба ближайшего. Тана нет. Боб, когда? У кого есть боб еще? У меня есть боб. Есть? Там. Ага, от шипов отошли. Мобов бьем, не стоим. Заберите с меня их, пожалуйста. Забрал. Все, больше бобов нету. Блять. Одна сфера осталась. Ничего не надо, просто не хватает. Под Герой будем пробовать перевести. Ну, сейчас придется Геру давать. Ничего страшного. Так вылез. Красиво. Вот
это очень красиво. Это прям... Фиряй, 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 жук. Ты что, это моя лужа? Стан, 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 стан. Геру давать, нет? У нас лужа нету больше. Ну, ближнего бейте. Лужу заведите. Заведите с моей, блядь. Он закопался. Да у нас ДПС не хватает. Да, не хватает. У него еще половина. Не хватает. Ну это ДКшник тут, ну, типа вот вместо него ДБСер должен быть хороший. Ну он шел в танке. А у него в спек. Видите, два танка с таким ДПСом не пройти нам. Можем попробовать с плада, скажи. Не, бесполезно. Хуйня по. Вот чуть больше. Падаем, 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 падаем. На нахер тебе не выдар на 40 доках. КЗ, имеет смысл вообще дальше пытаться. ДПС не хватает. У нет. Вас для если... того, чтобы пройти, надо, чтобы у вас после первой фазы у него, ну, типа, после первой закопки, точнее, осталось процентов 60-65 максимум. Иначе. У нас нету ДПС. Нас дамажит один лок, потом хан, потом маг. Там 75% надо. Короче, тут просто все бисеты ДПС, типа, кому 4-4, кому там 2-2 и так далее. Типа, иначе вообще урона, в принципе, не будет. Ну, тут... я же сказал, я сюда, если пойду, то буду 240 плюс набирать и смотреть весь шмот. Да. Ну да, тут как бы... Тут это, нехуй маг, делать его. Маг и вот таким 235 нет толку. Ну, маг 238, а толку-то от этого? Да, ну, понимаешь. Надо 4Т4 просто, 2Т4. Там не обязательно без... даже вот эту всю хуйню. Может, ладно, говнотрение танковское. ДК надо тебе? ДКшник может без 4 давать 9-10, да, может давать. Мир отдай. Так, на пульсники тканевые кисти. Это откуда падали они? Свайк, по-моему. Не, не, ну, я не вижу смысла просто здесь страдать. ДПС не хватит. У нас вторая закопка, у нас сферы кончились. Обмен на печеньку. Дай, кстати, реально миру на танка. А нафига нам это нужно? Самая говенная тринка, которая только есть. РБХ будет кончить. Да. Лучше, чем учатки. Не такая. Кстати, когда Лёха, был, а теперь че он может забрать, я не знаю, надо ему нет. Сука, мне бы накатает. Ну, вот ему я отдам. А у него Т4, по-моему. Да, у него Т4. Ого, что? Кисти. Так, все, Лёх, не спами, лезь в агонии. Нет. Подожди, это же двуручник? Да. Да нахер на реталика вон можно. На лоб, давай, давай, на успех. На успех. А где мой рул? 64. Блять. 64. Сверка. Макс, перча, а дашь потом? Один. Один, блять. Это нормальный рул. 44. Брамбл 95. Да, 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 дам. И рецепт. Имба рецепт. Пускай, ну, кстати, на всякий лежит. Ну, кстати, я могу его изучить именно и делать. Я так и сделаю, наверное. Что за рец? На грудак СРПБ. Крафтовый. Крит РПБ. Все, обмен. Так, сверка и рец. Там за анонси, за день, может, когда будешь собирать. Если ну, будет... я через Добриван в канал.